В Агдаме состоялось открытие турецко-российского центра мониторинга по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. В церемонии открытия мониторингового центра приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, заместитель министра обороны Турции Юнус Эмре Каросмановглу и заместитель министра обороны России Александр Фомин. Турецким личным составом мониторингового центра руководит генерал-майор Абдулла Гатарджи, российским личным составом генерал-майор Виктор Филаренко. Охрану турецко-российского совместного мониторингового центра осуществляет азербайджанская армия. Как сообщил представитель Минобороны Азербайджана Вагиф Дергяхлы, турецкие и российские военнослужащие, которые будут служить в центре, уже прибыли к месту назначения. В центре будут задействованы 60 российских и 60 турецких военнослужащих. Напомним, что совместный турецко-российский центр, который будет контролировать соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, создан на территории Азербайджанской республики в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.